Здравствуйте, уважаемые туристы! Проезжая по этой стране, я расскажу вам несколько знаменательных фактов о Великобритании. Еда, которую вы привыкли, с красными ручками, с красными автобусами, а местечками, литературные, Мы обязательно поднимемся на высоту 135 метров на занимательное колесо обозрения в Лондоне. Лондонский глаз, который падает в кадр любого современного английского фильма. Посмотрите, это Саундхендж, обиталище древнего народа друидов. А теперь мы проезжаем Грастон-Черши, в котором родился известный писатель автора «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл. А это знаменитый виадук с 21-й аркой в долине Глинфейн. Именно этот мост снимали в экранизации Гарри Поттера. По нему проезжали Хогвартс-экспресс. В этот город Оксфорд, на улице которого разворачивается действие Филиппа Пулмана «Золотой компас», может быть, и мы сможем заметить где-нибудь среди прохожих девочку с папиным золотым компасом. Аккуратнее, аккуратнее, посмотрите, это полянка пикси, английских родственников эльфов. Смотрите, чтобы они у вас ничего не стащили. Это все сказки, что эльфы добрые. А это озеро Лохнесс. Мы с вами займем наблюдательный пункт, попробуем высадить чудовище Несси. А здесь проходили съемки фильма «Астерикс и Обеликс» в Великобритании. Это та самая деревня, где живет красавец, кузен Астерикса. А в Шетландском лесу охотится знаменитый Робин Гуд. Отнимал деньги у богатых и раздавал беднякам. Это Бейкер-стрит, где жили доктор Ватсон и Шерлок Холмс. А еще в 17-18 веках в Англии существовала должность королевского откупорщика от киоских бутылок. Джек-потрошитель, самый известный убийца 19 века, совершал свои преступления в
Еще раз не слышно. Что за бардак здесь вообще происходит? Не беспокойтесь, Ватсон. Похоже, наши русские друзья заснули. Но пока они спят, у нас есть время выпить чашечку чая. Ни был в банде, где бы ни были, не забудьте о традиционном чаепитии. Приятного чаепития!